Дорогие друзья, подписчики нашего канала, гости, я снова вас приветствую на нашем канале. И сейчас, сегодня мы продолжим с вами раскрывать 10 коробок из тех 20, что я приобрел по 3 доллара. В прошлый раз мне нужно было срочно отлучиться, и чтобы видео не получилось большим, я решил разделить на два отдельных видео. Если вы помните, в прошлой распаковке у нас были очень хорошие вещи. Были женские туфли, босоножки дорогие. Был прибор для осушки, для того, чтобы воздух не был влажный, чтобы его сделать суши. И было два, по-моему, или три посылки были, которые мы... Я их просто выкинул, потому что они мне не нужны, и они не пригодятся ни для чего. Сейчас мы продолжим с вами открывать другие 10. Надеюсь, что что-то из этих 10 мы найдем того, что действительно нам опять понравится, и мы будем очень рады. Особенно я буду рад, но я надеюсь, что и вы будете рады со мною. Спасибо вам еще раз, что смотрите, подписывайтесь, ставите лайки. Поехали! Эта коробка, видно, была уже открыта, открывалась несколько раз. Что-то такое позолоченное. Интересно, что это такое? Давайте посмотрим, что это у нас здесь. Вот такие вот части. Мне кажется, что я знаю, что это. Мне кажется, я видел у одного блогера на распаковке такую вещь. Смотрите. Вот еще одна. Какая-то лампа Аладдина. Мне кажется, что это подставка для каких-то, может быть, для фруктов, для печенья. Вот, видите, немножко помято, но это все делается легко, исправляется. Металл здесь мягкий. Вот, получается вот так. Да? Вот так, да? Как вы думаете? Или вот так? Наверное, скорее всего, вот так. Так, ребята, я нашел... Все, я нашел такую, точно такую же. Но она почему-то по одной штуке. Это для тортов, ребята, я так понял. Это для тортов, всяких десертов. Стоит одна штука 24 доллара. А у нас их 3. А у нас их 3 разного размера. Не могу я найти вместе 3 штуки. Запишем тогда по 24. Вот 23,99 одна стоит. Запишем их 3 по 24 доллара. И это будет 72 доллара. И мы запишем это в плюс. Дальше вот такая коробка. Но уже в одной из прошлых видео у меня было такое. Это был фильтр. И вот сейчас я увидел, что здесь есть красная наклейка. И как вы помните, в предыдущем видео красная наклейка мне показала, что товар был поломанный, бракованный. И я надеюсь, что здесь товар не бракованный. Давайте посмотрим. В прошлый раз у нас был такой фильтр, он был треснутый. Вот такая вот коробка была треснутая. Ну вот, я так и понял. Видите, немножко здесь есть трещина. Не трещина, а вот как бы отломанный кусочек сверху, но это не влияет на качество этого товара. А нет, ребята, все. Вот это мне теперь, это мне был урок, то, что если я вижу красную наклейку со штрих-кодом, это означает, что
товар бракованный и произошло. Вот если посмотреть здесь, вот здесь есть трещина, а трещина, при этой трещине будет вода выливаться отсюда. Поэтому этот продукт мы отправляем в минус, ребята, минус $3. Так, дальше. Давайте мы отсюда возьмем. Дальше у нас вот такой пакет. И здесь видно, что здесь что-то из обуви. И когда я это брал, я уже видел, что там лежало. Но я взял, потому что цена хорошая. Это шлепки. Комнатные вставки. Они новые. Размер, наверное, будет... Для меня пойдет размер. Вот такие тапочки, посмотрите. Вот они. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. Я нашел точно такие. И стоят они $36, 35,99. И мы запишем их в плюс. Дальше у нас вот такая большая коробка. Посмотрим, что у нас тут лежит. Здесь лежит много вот таких вот штучек. Но я, в принципе, знаю, что это уже. Видите, вот такие вот. Это сделано для подстилки. Вот представляете, есть ступеньки с первого на второй этаж, на этаж доме. Если ступеньки сделаны из паркета или из дерева, чтобы не скользили, сверху одевается, постилаются вот такие вот коврики, чтобы не было скользко там, если дети или пожилые люди идут, чтобы не подскользнуться, не упасть. Вот, это для чего предназначено. Я вам сейчас попытаюсь найти, как это выглядит на картинке, и посмотрим, сколько это стоит. Стоит такой набор, ребята, 54,95, то есть $55, и мы пишем их в колонку с плюсом. Тут их получается 13 штук, то есть для 13 ступенек. Так, и мы двигаемся на дальше. Так, я, наверное, это уберу, чтобы... не было никаких неприятностей. Так, ребята, вот коробка, большая коробка. На ней написано, я видел, что было написано, но я ее, честно скажу, я не открывал в магазине, хотя, наверное, нужно было открыть, посмотреть, работает или не работает. Это соковыжималка, вот так скорее будет. Она была очень много раз открыта. Я не знаю, почему ее не взяли, потому что это вещи обычно люди используют. Знаете, она сразу видно, что она была использована, ребята. Вот поэтому надо было мне ее посмотреть. Надо мне ее было вытащить там в магазине и посмотреть. Поленился, я не посмотрел. И получается, 3 бакса я, наверное, потеряю. Вот она. Я сразу скажу, что я ее использовать не буду, она была уже использована, видно. Почему? Потому что вот все грязное. Как попало, это я даже не могу представить себе. Немножко я разочарован. И вот здесь есть что-то сломано. Все, ребята, я это отправляю в минус, даже не хочу это на это смотреть. Жалко, конечно, надо было посмотреть в магазине. В следующий раз буду смотреть, открывать и... думать, стоит брать или нет. Ай-яй-яй-яй. Сейчас, наверное, посыпется комментарий. Барахло, хлам набрал. Ребята, не хлам. Уже окупилось. Одними босоножками уже окупилось в несколько раз то, что я купил. Вот коробка, смотрите. Запакована. Видно, возможно, она не открывалась, потому что нету следов открытия. Сейчас посмотрим, что здесь. Пытаюсь аккуратно открыть, вдруг здесь какая-нибудь картина, чтобы не по...
не порезать, не повредить. А может быть, она и открывалась. Она была хорошо запакована. Окей. Здесь запаковано. Здесь, ребята, у нас... Я не знаю, это картина или это фоторамка. Вот, видите, смотрите. Сейчас я посмотрю. Пытаюсь найти, что это конкретно. Да, ребята, это рамка. Стоит она $20.99, то есть $21. Вот, она есть на Амазоне. Мы ее приписуем в плюс, потому что мы ее будем использовать. Дальше у нас есть большая коробка. О, и тяжелая. Вот она. Так, ничего тут надписи нету. Интересно открывать, не знаю, что тут лежит, да? А вам, наверное, еще интереснее. Ну, я уже понял, что это здесь, ребята. Это пеленки. Это пеленки, и я вам скажу, что пеленки нам нужны, потому что я часто их постилаю там, где кошки у нас лежат. И когда котята у нас рождаются, это хорошая подстилка для того, чтобы было чисто, чтобы было без всяких микробов, бактерий, знаете, чтобы было все стерильно. Вот они. Да, это они из пеленки. Здесь 10-25 штук и две упаковки по 25 штук. Я знаю, что они очень и очень дорогие. Сейчас я посмотрю, сколько они стоят на Амазоне. Так, здесь 24 штуки, у меня есть 20. Я нашел упаковку. Упаковка стоит 24 штуки, стоит $24. У меня их 25 штук и упаковки 2. В ящике 2 упаковки. То есть получается 24 плюс 24, $48. Если бы я их купил. Кстати, это очень классно. $48 запишем в плюс. Дальше. Коробка была открыта, переоткрыта, позапакована несколько раз. Ребята, знаете, что это? Это шреддер. У нас его никогда не было. Я все время собирался его покупать, но что-то я не покупал, потому что был... А, ну видите, все. Видите, он треснутый. Он треснутый. Но я скажу вам, что треснута сама корзина. Давайте посмотрим, если сам шреддер работает. Если он работает, то мы можем его всегда поставить на другую, найти такую корзинку или ведро, купить где-нибудь и использовать сам шреддер. Так, давайте мы попробуем включить его. Вот так, поставлю я сюда. Я буду держать, потому что розетка не достает. Смотрите. Давайте попробуем. Видите? Работает. Можно диски также здесь уничтожать. Кредитные карточки, пластиковые карточки. Вот такая вот есть бумага. Она такая картонка как бы. Давайте попробуем еще. Все, эта штука работает. Мы запишем в плюс. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Ребята, я нашел. Эту компанию называется Amazon Basics, то есть это Amazon сама делает под своим названием этот шреддер. Стоит он $31.49. Ну, запишем $31. И запишем плюс, потому что сам шреддер работает. А корзинку можно всегда другую поставить. Так, и у нас осталась одна коробка, ребята. Но она большая. Она большая, она длинная, смотрите. Вот такая вот. Я думаю, что здесь картины. Точно, ребята, это картины.
Ва, их тут 4 штуки. 2 больших и 2 маленьких. Так, о, это, ребята, это что-то связано с кофе. Давайте я попытаюсь сейчас показать вам. Так, а как же это тут? А, все понятно. Смотрите. О, вот так вот. Видите? Чашка кофе, да? Вот так вот. Вот. И вторая картина. И две других делается. Пытаюсь я сейчас вам показать. Смотрите. Ну, короче, вы поняли. А, не знаю, сколько это стоит, но я думаю, что эта картина будет стоить не меньше 30-40 долларов. Напишем 40 долларов. Окей, друзья, сделал я подсчет. А, потратили мы 30 долларов на эти 10 коробок. Они были куплены, как я говорил, уже по 3 доллара. А, если бы я бы покупал то, что мне нужно, а то, что не нужно, у нас было, получается, 3 коробки. Я их отправляю в мусор, потому что я их не могу использовать. И не могу никому подарить, потому что это было уже БУ, старое, это моя оплошность, мне надо было посмотреть, что там. Но в следующий раз я буду иметь в виду. А если бы я покупал то, что нам пригодится, я бы потратил бы 303 доллара. И вычитаем 30 долларов, то, что было уплачено за 10 коробок. И в итоге получается экономия 273 доллара. Мы сэкономили в этот раз. А если посмотреть, потому что я покупал 20 коробок вместе... В тот раз у нас была экономия 474 доллара, в этот раз 273 доллара. И в итоге за 20 коробок, из которых, сейчас я посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, из которых 6 коробок идет в мусор, мы сэкономили 747 долларов. Ребята, 747 долларов – это огромные деньги. Это огромные деньги даже здесь, в Америке. Я очень рад, это была классная распаковка. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Поставьте жирный лайк. Напишите комментарий. Всем спасибо. До следующего видео. Надеюсь, в следующий раз будут намного интереснее распаковки. И оставайтесь. Всем счастливого дня, счастливого вечера, у кого какое время суток. Желаю вам здоровья, всего самого хорошего. И да благословит вас Господь. Всем пока-пока.